Да, всем привет, с вами я, Вадим Сена, наш великий гуру по управлению больницей и директор, не, и босс госпиталя. Присоединится чуть позже он на совещании боссов. Скоро вернется, присоединится к нам, а мы возвращаемся в игру, и у нас уже выполнено наше задание, которое мы в прошлой серии долго ждали, но так и не дождались. И вот оно сразу высветилось, сразу как только загрузили игру. Хочу сразу уведомить вас о том, что после того, как мы закончили прошлую серию, я обновил игру до версии 1.1.16. И сразу же сработало наше уведомление, завершение той задачи, которая была у нас и которая никак не выполнялась. Мы, кажется, 2 или 3 дня проработали, заработали много денег, кое-что обновили, кое-что улучшили, и все равно задание не выполнялось, и при обновлении игра сразу же нам дала добро. И что же она здесь пишет? Страховая компания готова подписать контракт. Со страховой компанией без страховки можно заключить контракт для отправки пациентов. Откройте управление страховкой. По умолчанию. Окно. Выберите, чтобы это сообщение показывалось всплывающим окном или только в логе. В логе. Сразу же другая страховая компания готова подписать контракт. Со страховой компанией LifeTree можно заключать контракт для отправки пациентов. Откройте управление страховкой. Угу. Вот, да. Значит, без страховки. Дополнительная задача. Вылечите 10 пациентов за день. Дополнительная задача Chip O'Care. Вылечение одного пациента в день в отделении неотложной помощи. Разблокируйте задачу купить 5 машин скор. Ого. Это что, столько задач сегодня у нас? Страховая компания. Или это... Что-то не совсем пойму, конечно. Ну, наверное. Итак, у нас первое. Имейте баланс выше нуля и вылечите одного пациента в день. В отделении неотложной помощи. Но в отделении неотложной помощи это... Как ее? Скажите, это вот. Так. Господи, как оно тут летает. Извиняюсь, я тут первый день на управлении. Первый этаж. Вот. Стоп. Вот это вот неотложная помощь. Щет. Вот у нас один пациентка лежит здесь. И 7 мы вылечили. В общем, я вот это, конечно, не пойму, что здесь. Вот это вот. Вот в этом кабинете. Посреди. Это к потолку она крепится, что ли? Лампа. Задача выполнена. Вот, пожалуйста. Задача для страховой компании была выполнена. Вылечить одного пациента в день в отделении неотложной помощи. Награды 20 тысяч. У нас уже 95 тысяч. Пока наш великий гуру вернется, мы тут миллионерами станем. Но мы ей не скажем. Не скажем. Задача выполнена. Задача для страховой компании была выполнена. Откройте радиология. Награда государственный грант 30 тысяч. Мы что, открыли радиологию? Это у нас радиология. Открыто. Поздравляю. Откройте медицинскую лабораторию. Государственный грант 50 тысяч. Медицинскую лабораторию. А теперь нам нужен управляющий, потому что без
от нее мы тут ничего построить не можем. Я даже не знаю, где ее строить. Тут вроде везде занято, тут нигде не построишь. Откройте медицинские... Медицинский лабор. Пациент переводит в другую больницу. Из-за того, что в отделении не могли сделать нужные анализы, пациент ждал диагноза слишком долго. Теперь переводится в другую больницу. Чтобы это сообщение показывалось по умолчанию. Хорошо, пускай идет. Мне-то что, 9 часов утра, сейчас точнее уже почти 10. Медицинскую лабораторию. У нас они же открытые. А, вот это вот что ли? Да, вот это вот нам надо. Фу-фу. Медицинскую лабораторию. Тут везде у нас закрыто ж. Так, на первом этаже тоже нету. Второй этаж тоже нету. В третьем этаже места нет уже. И тогда четвертый. На четвертом, да. Но меня прибьют. Ладно, посмотрим. Что мы тут сможем сделать? Вернее, должны сделать. Для медицинской лаборатории нужна комната ожидания, лаборатория гематологии. Так, ну, комнату ожидания вы все знаете, а вот лабораторию гематологии я прочту. Полностью оснащенная лаборатория, способная проводить анализы крови и серологические анализы. Минимальный персонал 1 лаборант. Минимальный размер комнаты 4 на 4. Для получения необходимого оборудования в режиме управления нажмите на маркер помещения на полу. Для получения необходимого оборудования в режим управления нажмите на маркер помещения на полу. Ага, то есть когда мы строим комнату, мы ее помечаем, что это лаборатория гематологии. И для получения необходимого оборудования в режиме управления нажмите маркер помещения на полу. Но она автоматом не появится. Это она нам покажет, что нам надо туда впихнуть. А мы сделаем по-хитрому. Мы сделаем комнатку уже готовую, со всем оборудованием. Купим точнее. Значит так. Дальше. Не обязательно. Лаборатория микробиологии. Полностью оснащенная лаборатория, способна проводить культивацию и анализ различных образцов. Минимальный персонал 1 лаборант. Минимальный размер 4x4. Угу. Также не обязательно. Лаборатория гистологии. Полностью оснащенная лаборатория, способна проводить микроскопический анализ различных образцов. Минимальный персонал 1 лаборант. Минимальный размер 4x4. И кладовая для уборщиков. Комната со всеми необходимым для уборщиков инвентарем. Ну, в общем-то, она есть тут. Раз, два, три. Три совмещенные палаты. Уборная, комната отдыха, коридор, конструктор лифтов даже есть. Дневной, ночной персонал. Угу. Это у нас дресс-код отделения, это дерево зависимости и открыть таблицу пациентов отделения. И закрыть отделение, все пациенты отделения покинут вашу больницу, персонал отправится домой. А что дерево? Дерево зависимости. О, какая красота. Значит, амбулаторию. Регистратура, комната ожидания, кабинет врача и отправляют потом сюда. А где же этот? Лаборатория. Прикольно. Стационар, наблюдательная палата, кабинет неотложной травмы, неподвижные. Амбулатория, рентген кабинет, кабинет ангиографии, кабинет КТК, не, КТ, КТ и кабинет МРТ. Угу. Амбулатория.
Вот это вот амбулатория. Ага, мы, значит, от этого. От амбулатория. Как же ж его называется он? Радиология, во. Мы от него зависим. Лаборатория гематологии, лаборатория микробиологии, лаборатория гистологии. Стационар. ПИД. Стационар. Обычная палата, ПИН, кабинет УЗИ, кабинет неврологии, кабинет ЭКГ, кабинет общей диагностики, операционная. И тут же средневысокая опасность, низкая опасность. Амбулатория, регистратура, комната ожидания, кабинет врача. И потом он сюда их и направляет. Прикольно. Если бы я еще поучился на врача и знал, что, куда, к чему, почему и как оно это работает. Но мы никому не скажем, что мы ничего не умеем. Мы сразу отправимся строить. Да. И строим мы вот шаблон медицинских лабораторий. Пока нас никто тут не видит, мы сейчас бацаем в смуглянку малинку. Так, уборная, кладовая, комната отдыха, лаборатория гематологии. А что на 8 на 6? Там 4 на 4 было. Лаборатория гематологии 12 на 6, ничего себе. Лаборатория микробиологии, лаборатория микробиологии. Ага, самая маленькая это 8 на 6. Никаких не 4 на 4. Прикольно. Лаборатория гистологии. В общем, вот эти вот три лаборатории нам надо поставить. Вот эту и вон ту на той. Гематологии, микробиологии и гистологии. Фу-ху-ху, у меня персонал один лаборант. 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 Ну ладно, мы строим, да? Пока никого никто не видит, мы строим. 25 тысяч. У нас 97 тысяч. Подожди, а что нам вообще серьезно надо? Откройте медицинскую лабораторию. Секундочку, не то. Нам. Вот. Вот это. В первую очередь нам надо гематологии. Лабораторию. Давай. Гематологию. Гематология это вот это вот. Тут каталка какая-то. Так. Где тут двери? Вот эти двери. Как там поворачивать? Вот так вот. И вот сюда к лифту мы спацаем. Кажись, вот так, да. Вот сюда. Бабах. 25 тысяч, как и не было. Комната отдыха. Вернее, не комната отдыха, а приемная, правильно? Ее называем. Так, все, хватит строительства. Лаборатория гематологии. У нас есть комната ожидания. Нам надо еще. Комната ожидания, это, кажись, здесь. Вот здесь вот. Комната ожидания 8 на 6, 6 на 6. Да. И мы ее сюда, вот с этой стороны. Пропустим. Пропустим. Если бы я еще видел тут все детально. Можно как-то приблизить. Вот так. Ну там не пройдет. Ух, как вы мне дороги. Повернуть. Вот так вот. Так пройдут. Пройдут. Ну тут посидят, там пройдут. Нормально. Проход есть. Ну чуть-чуть мешает. Ну что? Строим. Чуть что придет и перестроит. Я даже знаю, что куда переставить. Строим, построили.
2000 как и не было. Значит так, мы это переставляем вот сюда, и ведерко мы переставляем вот сюда, вот и все. И с этой стороны то же самое. Иди сюда. Вот так. И ведерко. Вот так вот. Все. Свободное место. Ходите, хоть бегайте. Хоть летайте там. Так, регистратуру мы сделали. Другое мне не ясно. Ага, ну тебе сразу показалось, что это именно это. Коридор, 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 коридор. Коридор. Вот. Как нам построить коридор? Дайте мне коридор. Я хочу коридор. Вспоминай, как коридор строится быстро. Забыл. Как коридоры? А, вот коридор. Да уж. Комнату. Переместить комнату или выбранную область. Вот. Вот это вот надо было нажимать и перемещать комнату. Ух ты, да, тут поменялось. Нанять персонал. Персонал нанимаем. Биохимия, кардиология или биохимия, неврология. 0% кардиология. Интересно. Этот у нас кто? Сова, работает ночью более эффективнее. Ага. А этот трудоголик, работает без перерыва. Давай этого наймем на день. Уборщик обеспечит чистоту в отделении. Дневная смена. Этот на день, значит. Задача для страховой компании была выполнена. Откройте медицинскую лабораторию. Награда государств 50 тысяч. Вот 25 тысяч потратили, 50 тысяч. Хорошо. И сразу другая задача выполнена. Для страховой компании была выполнена открыть клинику в любом специализированном отделении. Награда госпитализация в отделении неотложной помощи. Прикольно. И следующая задача у нас выполнена. Задача для страховой компании была выполнена. Сделайте возможную госпитализацию в отделении неотложной помощи. Награда отделения интенсивной терапии. Да. И ночной давай сюда вот. Вот тут ночной вот этот вот.
продвинутая биохимия, неврология. Все, здесь все. А насчет пока других лабораторий, не знаю, можно было построить, но давайте вылечить 20% в день отделение неотложной помощи. Пациент под наблюдением в критическом состоянии. Перейти. Прим-прим-прим-прим-прим-прим-прим. Так, пауза. Первичный перитонит. Три скрытых симптома. Взятие микробиолога, образца, забор по перитониальной жидкости. Ну, в общем-то, септический шок. Давайте, назначайте. Пациент под наблюдением в критическом состоянии. Акробат, 48 лет, Давид Уильямс. Ясно. Ну, пациент под наблюдением в критическом состоянии. Пол Адамс. Давай, Пол Адамс, тебя еще посмотрим. Дифференциальный, это разрыв селезенки. Дифференциальный диагноз. Углубленный разбор данного случая, который уменьшает количество возможных диагнозов, может выполняться только врачами с продвинутым специализацией в диагностике. Давайте. Подавлен. Ну, в общем, все назначено, все нормально. Что здесь еще можно-то? Вы потеряли пациента. Все-таки он помер. Состояние пациента критическое, и несмотря на все усилия врача, вышло из-под контроля. Пациент должен был немедленно доставлен в поле лечебное учреждение. Ха-ха. То может тогда и этого дедулю куда-нибудь быстренько. Тут он покажет, что с ним вроде все работают еще. Или он тут не показывает, что он помер. Пациент в этом состоянии, по крайней мере, один симптом проводит к коллапсу. Куда бежим? А, к этому, к дедуле. Неужели так все плохо? Этого забирают. А куда его везут? Давид. Состояние. Я хочу за ним проследовать. Куда вы его везете? Как за ним проследить? По направлению случая для специализированной отделения. Вот его куда-то везут. А куда это его на вывоз? Не понял. Куда вы его везете? Странно. И уехал. Слышь? И чё, ничего не меняется? Ясно. Ничего не ясно. На этом человеке. Дедушка где? Давай, дедушка.
Вы потеряли пациента. И дедулю тоже мы потеряли. Я не знаю, что с ними делать тогда. Вылечить 20 пациентов в день в отделении нет ложной помощи. Ну, как нам понять, какой этот мы выполняем или не выполняем? Направлено 9. Заблокировано либо же достигнут максимум законтрактованных страховых компаний. 3 из 3. Ценных работающих отделений. Купите 5 машин. Ага, это не разблокируется в ближайшем будущем. Понял. Ну, почти понял. А куда дедушку дели? А, его ж увезли. В морг, похоже. Дедуля, дедуля Пол Адамс. И тоже куда-то пропал вообще. Ладно, ускоряемся. Так быстро бегать. О, как забегали. Не может быть полностью вылечен. Лечение диагноза пациента недоступно. Ударно-волновая лихорадка. Исправьте это как можно быстрее, иначе пациент уйдет. Идемте. Так, не спеша. Камни в почках. Боли спина. КТ. Пускай делают. Камни в почках. Камни в почках также известно как уролитиаз. Обычно является сгустками кальция, несмотря на то, что камни обычно сами проходят через мочевой пути. Происходит это очень болезненно. Ну, думаю, пин препарат для лечения желудка, рекомендация, регидрация. В пин или в... Вылетен. Написано, что вылетен. Чё-то не пойму, как-то они. И где дедуля? Дедуля уехал тоже. Ушел. Этот ушел, этот. Тазин транспортируется в комнату, ушел. И этот тоже ушел. Начну с 3 пациента. И кто у нас? С почками. С почками ушел? Да ладно. Не, вот он. Камни в почках. Кабинет неотложной травматологии принимает тяжелобольных пациентов, находящихся в неотложном состоянии, сразу по прибытию в больницу. Госпитализация больного в палату интенсивного наблюдения. Ну давай ее еще в палату интенсивного наблюдения отправим. Почки в камнях. Это очень плохо. Да вы что? Задача выполнена. Серьезно?
Задача для страховой компании была выполнена: вылечить 20% в день в отделении неотложной помощи. Награду — повысить число пациентов в клинике в день до 15. На 15 человек больше будет приходить? Вы серьезно? Как-то после обновления чересчур много выполненных задач. То мы 3 дня сидели, мучились, не могли выполнить, а тут бац, посыпалось. Вы серьезно? И спасти пациента после от первого коллапса. Это плохо. Как мы его спасем, если мы не знаем, что там убирает? Ну, зачем ты мне убираешь? Дифференциальный диагноз. Давай еще дифференциальный диагноз пропишем. Сара Джонс. Ты хороший врач, Сара Джонс. Смотри у меня. Где она тут? Покажите ее. Ее что? А, вот это она, что ли, лежит? Долгожданной кровати. Джейн Тейлор. Для необходимой госпитализации нет свободной кровати. Обычная госпитализация. Ария. Интерстициальный нефрит. Господи. Интерстициальный нефрит. Это воспаление интерстициальной ткани почек. Он может быть вызван инфекцией, либо проявиться как побочный эффект лекарств. Это тоже плохо. Обычная госпитализация. Давайте впит ее. Или впин. Палату интенсивного наблюдения. Госпитализация в палату интенсивной терапии. Интенсивной терапии давайте. Вроде бы так. Долгожданное обследование. Кровать необходима для обследования, определения остроты зрения, занята или ваш персонал был занят в течение времени. Госпитализация в ПИТ. Давайте. Видите, это язвенный колит. Вроде бы да. Долгожданной кровати. Для необходимой госпитализации нет свободной кровати. Обычная госпитализация. Взять кровь для ВК. У него, еще неизвестно, гастрит. Фиброгастродуоденоскопия. Эндоскопические исследования, при которых врач смотрит с помощью гастроскопа, гибкая трубка с крошечной видеокамеры, заводимая через рот, верхних отделений ЖКТ, пищевода, желудка и 12-перстной кишки. Да, пускай исследование и это тоже. И госпитализация в ПИТ. В виде витаминов, препаратов для желудка и анальгетики. Надеюсь, не убьет его. Хотя мы еще не знаем точно анализа. А ты уже поназначал. Приемные часы клиники окончены. Когда клиника закрыла свои двери, обследование еще ждало 6 пациентов. Ага. Что ж, на этом я с вами попрощаюсь. С вами был Вадим Сена. К сожалению, наш великий гуру, управляющий госпиталем, так и не вернулась, Юлиана. Но надеемся, в следующей серии она появится и будет с нами. Надеюсь, она не угробит меня за то, что я тут поруководил чуть-чуть с нее. Но я же сам, хотя в финансовой сфере сам. Ну что, 134 тысячи долларов. А когда я заступил на эту должность, как-то ИО, исполняющий обязанности, да, то было сколько? 95, кажется, тысяч. Или того меньше. Ну, в общем, вот так как-то.
Спасибо за внимание. День закончился удачно для нас, наверное. Посмотрим, когда мне придут управляющие и начнет ругать. Хотя посмотрим. Ну, вы все увидите в следующей серии, так что пишите ваши комментарии, подсказки, идеи. Вроде бы обновление прошло удачно в игре, потому что задания как-то быстро начали выполняться и посыпались как бы очень классно. Что ж, до скорого. Всем пока, всем удачи. Подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии, подсказки и передавайте привет Юлиане. Пока.